А ребята, что вы необычного видите на этой картинке? Я вам дам 5 секунд, чтобы вы могли это найти. В общем, если мы приглядимся на руки этого человека, то мы увидим, что у него не такие уж и обычные перчатки. У них вот здесь вот есть какой-то необычный узор. И вдруг разработчики Stand Off 2, благодаря вот этой картинке, специально сделали намек на то, что скоро в игру добавят перчатки. В общем, будем на это надеяться. Также на этой картинке есть еще кое-что интересное. И опять же, я вам дам ровно 5 секунд, чтобы вы могли догадаться, что тут не так. Как бы это странно ни звучало, но у этого человека, казалось бы, мужского пола, ну уж слишком большая грудь. Просто сами посмотрите на это. Я не отрицаю, что это может быть просто накачанная мышцами грудь, но прошу вас заметить, что такая накачанная грудь бывает только у бодибилдеров. Наш же персонаж хоть и накачанный, но он не бодибилдер. Так что вряд ли это накачанная грудь. Также такую большую грудь у этого персонажа можно объяснить тем, что на него одет бронежилет. Только вот в чем проблема. Обычно бронежилет выглядит вот так. И в итоге он должен делать все тело шире, а не только грудь. Но в интернете я нашел вот этот грудной бронежилет, в котором мог быть этот наш персонаж. Но опять же, если на нем был вот этот бронежилет, то мы бы видели очертания этого бронежилета сквозь его одежду. А тут мы видим, скорее всего, очертания его груди. В общем, все это очень странно. А теперь, ребятки, я вам дам 5 секунд, чтобы вы догадались, в какой программе я сейчас нахожусь. Если вы смотрели мои прошлые видосики, то вы наверняка уже знаете. В общем, это программа Unity. В этой программе создают игры. И как раз Stand Off 2 тоже разрабатывают в этой программе. И в принципе, если вы захотите, то вы тоже сможете создавать тут мобильные игры. И если вам даже лень и впадлу учить движок и программирование, то вам тут очень сильно поможет вот этот курс от школы XYZ. Это реально крутые чуваки. И плюс ко всему, у них еще также есть свой YouTube канал. И если честно, я иногда часами залипаю на их ролики. И чтобы вы понимали, на их YouTube канал подписан даже сам Ильдар Абдуллин, то есть разработчик Stand Off 2. Так что это годнота. И что самое интересное, если ты пройдешь вот этот курс, то по итогу этого курса у тебя будет собственная опубликованная игра. Ты сделаешь ее полностью самостоятельно, с нуля и до публикации в App Store или Google Play. Сможешь потом кидать на нее ссылку друзьям, родителям или будущим работодателям. Потому что студенты XYZ устраиваются во многие крутые студии. Также на этом курсе у тебя будет преподаватель Игорь Зверев, который сделал несколько хитов App Store. Это Bob Masters и Tank Stars. У них там как бы по 200 миллионов установок. Нормально так. Так что хватит играть в игры, пора их создавать. А теперь вернемся к ролику. Сейчас я вам покажу кое-что интересное. Короче, заходим на любую карту, далее заходим за террористов и покупаем тег 9. И теперь, как всегда, я даю вам 5 секунд, чтобы вы нашли тут что-то интересное. В общем, я думаю, что вы все обратили внимание вот на эту цифру 35, которая написана синей ручкой на приклеенном кусочке бумаги. И теперь давайте выясним, что это число обозначает. Первая теория у меня была о том, что это число нам показывает, сколько патронов в одном магазине ТАК-9. Но я эту теорию сразу отмел, так как в магазине ТАК-9 всего 18 патронов. Вторая же теория у меня возникла в том, что это число обозначает, сколько примерно урона наносит это оружие. И чтобы выяснить это, я решил пойти на карту тренировки. И тут урон примерно колебался от 34 до 39, если попадать в тело или в руки. И чтобы получить ровно 35 единиц урона, нужно будет отойти от манекена на 10 метров и попасть в туловище. Но все равно, мне кажется, что эта цифра обозначает что-то другое. В общем,
пишите свои теории в комментарии. Далее, давайте я вам покажу одну интересную вещь на карте Sand Yards. Короче, заходим за террористов, идем в этот домик и обращаем свое внимание вот на эту лампочку. Казалось бы, с ней все нормально, и в принципе, я с этим соглашусь. Но теперь мы заходим на карту Sandstone, идем в то же место и видим, что тут, казалось бы, вроде свет от лампочки есть, но при этом сама лампочка у нас почему-то не горит. Это, конечно, очень странно, но, скорее всего, это просто баг. И никакой пасхалки за этим нету. Хотя, кто знает. Теперь мы отправимся на карту Training Outside. И тут мы обратим внимание на граффити. На этой карте их очень много. И я выделил 4 самых интересных граффити. Первое — это вот это граффити террориста. И как думаете, из какой игры она была скопирована? Правильно, из игры CSGO. И в CSGO это граффити находилось на старой карте Dust 2. И оно там находилось не просто так. Дело в том, то, что это граффити было посвящено одному матчу в киберспорте. В этом матче играли команды Fnatic и Team VNVUS. Как-то так считается. При счете 17-15 команда Fnatic решили купить 4 АВП, что является довольно странным поведением в киберспорте. Но не смотря на это, этот план сработал, и они выиграли этот раунд. К сожалению, 11 октября 2017 года Valve добавили в CSGO новую версию Dust 2, и на ней граффити было уже убрано, но зато похожий граффити будет у нас теперь в Stand Off 2. Второе граффити, которое я вам хотел показать, тоже связано с CSGO, и вот как оно выглядит. И вы, наверное, спросите, а где такое граффити найти в CSGO? В общем, оно находится на карте кэш, на Бэпланту. И вот так оно выглядит. И в принципе, я согласен, что оно не очень-то так-то и похоже. Но на этом граффити есть и спецназ, и также есть АВП. Так что возможно, что эти граффити связаны. Так вот, у этого граффити тоже есть своя история. И сразу вам говорю, что это граффити посвящено такому украинскому игроку, как Simple. Думаю, вы его знаете. Так вот, в один прекрасный день играли команды Team Liquid, в которой, кстати, был Simple, и также команда Fnatic, которую мы уже упоминали в этом ролике. И на 14 раунде Simple остался один против двух террористов. И в общем, недолго думая, он сделал 2 ноускопа, один даже в прыжке, и, конечно, затащил катку. И что самое интересное, на этом граффити у АВП падает прицел, что означает, что был сделан ноускоп. И в то же время в Stand Off 2 вместо падающего прицела было изогнуто дуло АВП. И это нам говорит, что эти граффити все-таки да связаны. Третье граффити уже не связано с CSGO, но на нем просто есть вот такая интересная надпись: The Reaper Scans 199%, что в переводе означает сцены с потрошителем 199%. Я без понятия, что это все значит, так что свои догадки пишите, пожалуйста, в комментарии. Также есть еще вот такой граффити, на котором написано слово away, и в переводе это означает прочь. То есть, тем самым, нам сама карта говорит, что отсюда нужно проваливать. Как-то даже обидно. А теперь, ребятки, я вас просто умоляю, просто возьмите и посмотрите вот эту мою пародию на Моргенштерна. А вернее, пародию на песню «Клип за 10 лямов». Я на эту пародию потратил кучу времени и сил, так что тыкай. Ну давай, тыкай уже.